Всем привет, ребята, с вами Даша. Сегодня у нас начинается новый влог. Уху! Сейчас я прибрала свою комнату немножко, сделала вот такой макияж. В моем стиле. Натурель, но не очень. И я не знаю, что мне надеть. Этим вопросом задается каждый человек. Особенно я. Слишком просто. Слишком красочно, слишком делово. Может быть, так как сегодня очень холодно, я надену вот эту свой любимый. Я его обожаю, потому что здесь просто офигенный принт. Он мне так нравится. Просто такой красочный, сочный такой. Персик. Я уже собралась. Я надела этот лонгслив. И джинсы, сюда. Вот такие джинсы. Сейчас я жду свою машину, она будет через 8 минут. А пока я выпью женьшень. Я пью вот такие вот ампулы женьшень и маточное молочко для укрепления иммунитета и поднятия энергии. Итак, ребят, моя машина уже приехала. Сейчас мне надо выбрать обувь. Почему я растягиваю предложения, как будто бы я Кайли Дженнер? Не спрашивайте, что это, я сама не знаю. Мои родители принесли это однажды домой. Я не стала задавать лишних вопросов. Все. Что у меня хотя бы за тачка на прокачку? Ну, ребята, что вы думаете, я вернулась и переодела толстовку еще надела, потому что там, оказывается, очень холодно. И посмотрите, деревья уже стали золотыми. Сейчас я купила себе кофе и иду дальше гулять. Сейчас пока что я не знаю, ребят, что вам еще сказать. Просто гуляю. Мне уже давно нужен был свежий воздух. Я долго сидела дома. Как вы помните, я вам писала в Инстаграме, что недавно мне произошло. И я просто в полной грусти находилась дома. Мне нужна была вот такая вот прогулка. На самом деле, повседневные влоги именно вот такого плана немного мне тяжело снимать, потому что большую часть времени я нахожусь дома. И дома я работаю уже над своим YouTube-каналом, над Инстаграмом, делаю фотографии для моего профиля. И еще сейчас проблема в том, ребята, почему я не смогу делать такие влоги, как мой прошлый из России, что все мои друзья практически уехали учиться в другой город. И я тут осталась. Одна-одинёшенька. Понимаете, о чем я? Поэтому не знаю, предлагайте мне идеи для влогов. Может быть, мне куда-нибудь стоит пойти, вам еще раз провести экскурсию. Но такая она и есть жизнь. True хикикомори. Это я. Уже хорошо, что я сегодня вышла погулять. Тем не менее, это уже прогресс. Всем привет, дорогие мои друзья. Сегодня новый день. Сегодня я планирую снять видео рум-тур. И вы у меня очень долго его просили, чтобы я сделала. Я его делала так долго именно из-за того, что я хотела сделать просто идеальную свою комнату, чтобы вам ее показать. Я хотела поменять пол, добавить какие-то детали, добавить занавески, хотя мне не нравятся занавески, но я хотела их добавить для видео, потому что, ну, больше уюта придают. Я уже сделала свой макияж, и на меня вот такой вот. Знаете, ребят, я все-таки сейчас быстренько сниму свое новое видео, и затем я пойду в кофейню, возьму себе какой-нибудь напиток, может быть, матча-латте, и может я возьму свой блокнот, в котором я порисую. Я сейчас пришла в продуктовый магазин, чтобы что-нибудь поесть купить. Оладьи куриные. Я уже сняла новое видео, рум-тур, и сейчас приехала сюда, чтобы купить что-нибудь покушать на завтра, потому что завтра мне надо будет монтировать, а послезавтра мне надо будет снимать новое видео. У меня сейчас рабочий процесс, мне некогда делать покушать.
хлебушек. Бездрожжевой. Вот так выглядит мой ужин. И еще я обожаю вот эту тушеную капусточку, ребят. Ням-ням-ням-ням. Привет! Привет! Ребята, я хочу вам показать еще одну вещь. Посмотрите, это кровать, которую сделали мои родители для нашей собаки. Да, посмотрите, они полностью сделали это своими руками. Абсолютно все. Они очень старались для собаки. У него уже есть своя кровать. Было такое дело, что ему очень неудобно спать. И они сделали специально для него кровать. Он на ней не спит. Почему? На завтрак у меня будет яичница с луком. Так, ребят, мой завтрак уже готов. Это лук, капуста и сами яйца. Еще смотрите, ребят, я решила сделать пирог с персиками. Это очень вкусно и диетический он, потому что здесь только 2 яйца, творог, рисовая мука, 3 ложки и персик. И сахарозаменитель вместо сахара. Еще я беру кунжут и вот так посыпаю. Итак, ребят, я сейчас делаю мейкап, потому что я хотела бы заснять сегодня, наконец-таки, может быть, некоторые тиктоки. Но дело в том, что у меня на телефоне закончилась память, и тикток отказывается работать. Я вспомнила, что у меня есть вот такие вот румяна жидкие. Они похожи немного на лак для ногтей. По-моему, очень даже неплохо. Помните, я вам рассказывала, что я пыталась найти одежду в магазине, в магазинах. Я пыталась найти что-то к своему дню рождения. У меня не получилось в обычных магазинах ничего присмотреть для себя. Поэтому я решила даже и ничего не покупать. Но потом я гуляла с мамой, и я увидела какой-то никому неизвестный магазин, знаете, что-то типа шоурума. Просто есть китайские и корейские бренды. И я решила туда зайти, и я там нашла прикольную рубашку и также купила водолазку, но водолазку я купила в обычном магазине, масс-маркете тоже. Сегодня я не буду рисовать себе стрелки, потому что мне надо экономить мою подводку. Здесь я не могу себе купить хорошую подводку. Девочки, если вы знаете, какая классная подводка продается в наших российских магазинах, пожалуйста, скажите мне, потому что у меня есть подводки две, мне их дарили. Одна косметическая компания, когда у нас была с ними встреча, и это оказались просто самые лучшие подводки в моей жизни, реально. Я ничего лучше этих подводок не пробовала никогда. И они у меня обе закончились, и я не могу сделать доставку в Россию. Я уже сняла несколько тиктоков, ребята, и сейчас я должна буду еще сделать тиктоки со своим братом. Время сейчас 23:34. Я сейчас уже буду спать, я очень сонная, вы можете увидеть мое лицо, я, если честно, выгляжу очень уставшей. Я хочу сделать пилинг, я использую такую сыворотку с кислотами, и я хочу сделать так называемый пилинг и увлажнить свое лицо, в общем, сделать свой вечерний скинкер и затем go to sleep. Просто хочу выспаться, потому что завтра я планирую встать пораньше. Знаете, раньше мои друзья часто приходили и поздравляли меня именно в полночь, но в этом году такого не будет, потому что большинство моих друзей, они учатся в другом городе. Вот, так что ничего страшного, я зато высплюсь. Завтра я планирую провести лайвстрим с моими подписчиками. Я просто хочу сказать спасибо и поблагодарить многих людей, которые меня поздравили. А я уже получаю сообщения с поздравлениями. Там очень много сообщений. Так что, ребята, идем спать. Ребят,
ребята, спасибо вам большое за то, что вы меня отмечаете. В сторис я уже смотрю поздравления. Посмотрите, сколько их много. Блин, так мило. И тут еще посмотрите, вы меня упомянули. Более чем 99 историях. Понедельник, 12 октября. Yes! Привет, ребята, уже 12 октября, настал мой день рождения, я хочу вам показать сейчас мой первый подарок, я просто в шоке. Ребята, вот это, я просто мечтала об этих кроссовках, смотрите, какие они офигенные, я просто в шоке. Блин, ребята, это офигенно. Короче, сейчас я буду делать себе просто макияж. Мне сегодня принесли... Вот такие цветы, мне принес их курьер, я не знаю, от кого они, это было очень рано утром. А вот эти розочки мне подарила мама, очень мне нравится. И еще она мне принесла шарики, какие классные шарики. Шарики она принесла. Во. Шарики. Ну а что, шарики это топ. Посмотрите, какие у меня топовые шарики. Итак, ребят, я не знаю, почему у меня желтое лицо, иногда такое происходит, потому что у меня здесь лампы, они очень желтые, немного неправильный свет для съемки, но ничего. Очень нравится подобный макияж. Честно, я хотела бы сделать вот такой вот. Мне очень нравится этот. Ребят, я решила, короче, сделать более спокойный макияж в этом году. Давайте сделаем что-нибудь в моем стиле. В таком нюдовом, как мне нравится. Ребят, у меня просто закончилась подводка, и у меня получились такие... стрелки. Вот такая я синьорита получилась. Сейчас я хочу быстро провести прямой эфир, просто кое-что важное сказать, потому что у меня уже там моя семья собирается. Ну что, ребят, я уже сделала мой лайв, и он был очень коротким, но дело в том, что меня уже ждет моя семья. Мы собираемся вместе на такую праздничное застолье. А мама мне подарила такие офигенные шарики. Здесь у меня стоят цветочки. Ну, понятное дело, это же не все у нас. Просто, знаете, ребят, большинство моих друзей, которые у меня вообще существуют, они находятся либо в другой стране, либо в другом городе сейчас, поэтому я сегодня волк-одиночка, безумно можно быть первым. Приехала в ресторан и сделала заказ, заказав очень вкусную еду. Лимонад, маракуйя и малина, и коктейль. Крутой, да. Сейчас принесли второе блюдо. У меня салат с лангустинами. Ребята, выглядит просто нереально. Очень-очень вкусно пахнет. Медальоны из телятины. Посмотрите, как это восхитительно выглядит. Это что-то нереальное. Тут еще грибочки. Итак, ребята, я уже поела. Я наелась, если честно, это просто что-то невероятное. После ресторана я обратно поеду домой. И мы опять же будем с семьей проводить
вечер, так вот. И дома меня ждут десерты. Я специально купила разные виды тортиков. И у меня не будет какого-то одного большого торта, знаете? А я купила много разных маленьких, мы в них свечки натыкаем, и будет у меня такой праздничный торт. Сегодня у меня очень размеренный, спокойный, приятный день рождения, только в кругу моей семьи. Поэтому особо чего-то сумасшедшего там нереального я вам показывать не буду, ребят, но вот как есть. Тем более в условиях, которые сейчас происходят. Но знаете, ребят, мне очень повезло, потому что ресторан сейчас пустой. Посмотрите, видите? Ресторан просто пустой. Есть тебе! Ты будешь пить и есть, и караоке петь, и буду танцы до утра. С днем рождения тебя, да, и все. С днем рождения тебя, рождения тебя. Хотели бы вас поздравить с днем рождения, пожелать вам оставаться такой же прекрасной, замечательной, радоваться каждому дню вашей жизни, чтобы у вас все в жизни складывалось так, как именно вам хочется. Поздравляю вас, для вас это десерт. Ребята, мне подарили десерт, вы просто посмотрите. Такая маленькая клубничка. Ребята, меня просто переполняют эмоции. Внесли такой десерт, багаси называется. У меня руки чистые, поэтому... Это очень нежный и легкий такой десерт, воздушный. У меня такое в первый раз, что меня так поздравляют. Мне очень стыдно и неловко, я не знаю, как себя вести. Тут еще клубника внутри. Ребята, всем привет! Еще раз я уже нахожусь дома. Переоделась, как вы видите, и сейчас моя мама готовит еду, и у нас будет вновь семейный ужин. Также купила тортики, я не стала покупать один большой торт, а решила купить много разных тортиков. Также продолжаю смотреть поздравления, которые мне приходят в Инстаграм, их просто очень и очень много. Спасибо вам еще раз огромное, ребята, за ваши поздравления, я все сохраняю, каждое поздравление я сохраняю. Ну вот просто посмотрите, как человек постарался, написал вот такой вот огромный текст, ну это же просто супер. Ребята, мне пришла посылка из Кореи. Вот и подарок ко дню рождения. Наконец-таки, сейчас я буду ее открывать. О, май гад. Ребята, я наконец-таки получила мою посылку. Тут мой буклет, ганеш. О, май гад. Сейчас я буду разбирать. И, конечно же, мой драгоценный директор отправил мне Мизугару. Я очень счастлива. Мизугару, спасибо большое. Это мой самый-самый любимый и обожаемый напиток в Корее. Это просто пудра, 100% органический напиток из всяких grains. Я не помню, как это по-русски, извините меня. Буклет с ганеш. Вау, просто фантастика. Спасибо большое. Так, это у нас... Find Kapoor, это сумочка, Find Kapoor, вау, просто она очень крутая, это мои любимейшие маски от Soul, я их просто обожаю, они невероятные. Ребята, скоро я буду делать видео о моих самых любимых масках, если вы, конечно, это хотите. Вау, toothpaste, зубная паста, ребята, очень красивая упаковка. Тут у нас как-то круто конфетки. Еще маски. Очень круто.
И, ребята, это Nature Republic. Как вы видите, это их сет с витамином С. Я очень рада, спасибо им огромное. У меня была просто суперская работа с Nature Republic. И вот еще от них подарки. Я это обязательно попробую. Ребята, идем дальше. Ух ты! Полотенце для животного моего! Круто! Это для моего бульдога полотенце, ребята! Это подарок для Шамиля, ребят. Представляете? Для моей собачки. Здесь у нас Мизугару! Вау! В таком формате, в бутылке сразу. Можно будет сделать, ребят, вот как выглядит. Это мой самый любимый напиток. Просто чтобы вы знали, я не только матча Queen, но и также Мизугару Queen. Everything your body needs, nothing more. And that's true. Я такая англичанка у вас. Так, что у нас тут еще осталось? Артемизия, я знаю, мне очень нравится этот бренд, ребята. От этого бренда есть также Makeup Remover. Дальше. Blackpink Powder. Это, опять же таки, напиток мой. Так, это у нас маска. Виноградные желешки, я их пробовала в Корее, они очень вкусные. Так, сколько же много мне прислали. Ух ты, посмотрите, у меня тут, у меня все в Мизугару. Так, упаковки. Тут у нас маски. Тут еще вот такая маска. А есть специальный ящик, где хранятся только маски. Это мои витамины для волос из Германии. Так, и это hand cleaner. Hand cleaner? О, ребята! Вот и то, ради чего ее отправляли. Это от Nature Republic набор. И посмотрите! Тут я, вот это сижу я. И вот эти замечательные палетки, это палетки просто для всего лица, можете делать с ними что хотите. На губы, на щеки, на нос, на глаза, просто что хотите. Вот такой у меня получился анбоксинг, ребята. Я сейчас пойду, подарю моей собаке это полотенце. Шамиль, это для тебя! Вау! Я, можно я им буду вытираться, а не собака? Смотри, это тебе! Это тебе! Покажи. Котик, да, есть котик. Ребята, сейчас я открою этот набор. Вау. Ай, тут мои фотки. Смотри. Блин, почему я так ищу? Ух ты. Смотрите, какое крутое зеркало. Ребята, я вот так вот сейчас выставила, снимала это в Инстаграм. И сейчас я хочу открыть сумочку и получше ее рассмотреть. Тут есть такой ремешок, короткий, и вау, длинная такая цепочка. Она мне очень нравится, она такая миниатюрная, но знаете, посмотрите, она абсолютно такая свободная внутри. У меня еще новая зубная паста. На самом деле это такие банальные вещи, но, ребят, но для меня нет. Я очень люблю покупать качественные зубные щетки, зубные пасты, потому что это все равно играет огромную роль в нашей гигиене. Надо, чтобы зубная паста была с хорошим составом. Тут были такие фотографии с этой съемки. Посмотрите, какие же крутые фотографии, ребят, ну не правда ли? Чек. Вот так они выглядят. Например, давайте мне вот этот оттенок. Вау, посмотрите. О, текстура очень классная. И, ребята, наверное, на этом я буду заканчивать мой влог. Извините, что я половина лица. Простите меня, пожалуйста. Спасибо за просмотр. И всем пока!